вот оно, кладбище. Прямо из окна его видно. Вид на кладбище и доступ к социальным объектам через железную дорогу первым делом опечалил семью Марасинских, поскольку они воспитывают двух детей. Они единственные, кому чиновники предложили переехать из аварийного жилья в квартиру, расположенную в Юдино, в доме по улице Привокзальная. Но такой вариант Марасинских не устроил. У нас здесь все на кухне помещается. Там кухня очень маленькая. Там даже на кухне нет электрической плиты. То есть по видео видно сразу, что там нету ни батареи, ни электрической плиты, ни одного смесителя, ни одной раковины, вообще ничего нет. Там все снесли напрочь, и все измазано в мазуте. Как мы можем согласиться на такие условия? А как дети должны в школу ходить, в садик? Внуки, то есть это внуки детей уже. Поэтому мы и отказались. Это очень далеко. Другим жильцам аварийных пятиэтажек по улице Назарбаева, 35, с корпусами 4 и 5, предложили квартиры в домах, расположенных по улице Гафури. Большинство людей возмущены размерами жилплощади. На одного человека выходит 4,9 квадратных метров. У меня жилая комната 14,3. Дайте мне жилую площадь. Я вот, у меня 14,3 квадратных метров, у меня там все вмещается, все. А если я на Гафури поеду, я возьму один диван, сервант возьму и еще что там возьму. И даже шифонер ставить негде. Везде мы обращались, мы куда жалобы только написали, в прокуратуру, и в горжилфонд, и в администрацию президента. Все мы писали, и везде говорят, что наши права не нарушаются. Решать вопрос с переселением чиновники стали через суд. Несогласным с предоставленным жильем пришли письма с просьбой явиться на заседание. Требования истца – расторгнуть договор социального найма и выселить жильцов из аварийной пятиэтажки в предложенные дома. Однако люди надеются на альтернативу – квартиры с приличными условиями для проживания, удобным месторасположением и где каждый член семьи будет обеспечен своим углом, то есть с хорошими квадратными метрами. Наниматели, проживающие в аварийном жилом фонде, на сегодня переселяются в благоустроенные, равнозначные жилые помещения, находящиеся также на территории города Казани. Таким образом, оснований для предложения другого жилья не имеется. Сегодня в Приволжском районном суде состоялось лишь предварительное слушание. А потому представителям исполкома и жителям аварийного дома предстоит встретиться еще раз. Следующее заседание намечено на 25 сентября. Эльмира Гляхметова, Дмитрий Рыженко, Роман Фенин, телеканал «Эфир».